Сериал под названием «Выжившие» рассказывает о группе людей, объединившихся после настоящего апокалипсиса. Вместе им предстоит пройти через смерти близких и ужасающие болезни, от которых нет лекарств. Но что не убивает, то делает их сильнее, поэтому каждый следующий шаг врагов лишь усиливает желание героев идти до конца. Второй сезон картины закончился эпической битвой посреди города, но финальный бой еще впереди. Напомним, премьерный показ первого сезона состоялся в 2021 году. Второй сезон вышел в начале 2024-го. Главные роли картине исполнили Алексей Филимонов, Дарья Савельева, Валентина Лукащук, Анна Слю, Виталий Корниенко, Сергей Бондарчук-младший, Евгений Коряковский, Федор Лавров и другие. По предварительной информации, продолжение постапокалиптического триллера, то есть третий сезон сериала «Выживший», может выйти в 2025 году. Точная дата выхода будет известна позже. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.